Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. Я готова познакомить вас с безмешковым пылесосом Samsung из серии VC2100. Эта модель сдержанно черного цвета, управляется механическим переключателем. А у пылесосов из той же серии, но ярко-красного и бордового цвета, предусмотрен электромеханический тип управления. В комплекте этой модели есть турбощетка. Вот такая. Если у вас нет пушистых питомцев, то вполне можно обойтись и без этого валика, но с ним все-таки лучше. Еще в наборе насадка для щелей, пола и ковров и для удаления пыли с полированной мебели. Хотя многим известно, не только в щетке дело, мощность пылесоса – вот что важно. Здесь все вопросы снимает турбина Anti-Tangle. Специалисты Samsung проверяли, Anti-Tangle сохраняет мощность всасывания гораздо дольше, даже при постепенном заполнении контейнера. Кстати, контейнер здесь внушительных объемов – 1,5 литра. Можно хоть неделю убираться каждый день в квартире средних размеров. И лишь потом почистить контейнер. Причем легко. Вот так. Обратите особенное внимание на ручку пылесоса. Она так хороша, что у нее есть имя – Easy Grip. Эргономичная и нескользящая ручка придумана специально для комфортного использования. Вуаля! Только посмотрите, ее поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. И вот это действительно упрощает уборку. Еще к достоинствам этого пылесоса я бы прибавила моющийся выходной фильтр. Он запросто снимается, а после промывки ровно так же устанавливается на место. Хранение такой модели тоже хлопот не принесет. Вертикальная и горизонтальная парковка, а также вполне умеренный вес наверняка позволят найти ему местечко. Однозначно можно сказать, пылесос Samsung из серии VC2100 подойдет большой семье с детьми и четвероногими, да и холостяку, цель которого – качественная уборка без дополнительных хлопот, тоже понравится. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. МВидео. Нам не все равно.